Надевать было нечего, в школу я не ходила. Первый класс пошла, второй перешла, ходить не в чем. Брат ходил, пинжак вывернет наизнанку. Там же добрей был. Изнанка добрей была. Ели. Метелочку ели. Разные в речке купури такие. В ушки. Сибирек цветет, цветочки ели. Что-нибудь поесть. Ходили колосочек собирать, ходила, суслика ловила. Все у нас забирали, с хаты выгнали. Я вспомню, как выгнали, а у тетки немцы были, их фигалечек небольшой, у нас дом старинный был. Они у нас штаб открыли, а у немцы там фигалечек, там немцы другие, маленькие, жалели нас. То это, у нас маленькие тоже есть, говорит. То шоколадки дадут, то кусочек хлеба помажут. Ну, каждый день ездили лошади здоровые, матка, яйки, молоко, сметана, масло. Ага, копыты здоровые, я помню, как ну, на мотоциклах скакали немцы. Страшно было. Немцы отступили, а русские заступили. А мы заложились, положили спать. Они же Новый год был. У них на столе гармошки там. А мы же голодные. Мы на столе не трогаем. Может, они вернутся. Они же отступили наши. Оттуда стреляют с каменного совхоза. Они отступают. И все на столе бросили. И хаты поджигали. Люди шли, трахвеи собирали. А мы боялись. Даже ничего не трогали. И брат никто, там и дьялы байковые, они шинели брали, ноги, сапоги с немцев, какие немцы побитые снимали, а мы боялись. Ну вот, отступили немцы, вылазьте, вылазьте, а мы рады наши пришли.